О, наконец-то. Здравствуйте, это канал Максимадзе и Red Dead Redemption 2, которая полтора часа у меня сейчас только что грузилась, бля. Вообще, я вот реально сомневаюсь, скорее всего, так и будет. Скорее всего, так и будет, что я не буду проходить эту игру до конца на своем канале, потому что вы сами видите, как она лагает, особенно при записи. И вообще в последнее время у меня начались вылеты в игре. Даже на минимальных настройках лагает ужасно просто. Поэтому не знаю, что и делать. Сколько-то пройду, но мой компьютер просто не может ее нормально потянуть. Ну ладно. Что у нас там точка? С самой ближайшей точки мы пойдем. А, смотри, не перетрудись, дядюшка. Да я размышлял тут. А это приносит доход? Ну, со временем. Значит, пока все остальные воруют, убивают, лгут, борются за выживание, ты днями напролет размышляешь? Мы живем в странном мире, Артур Морган. Хочешь, съездим в город? Посмотрим там чего-нибудь. Ну давай, у меня как раз там дела. Иди готовь лошадей. Прекрасно. Раз уж ты ведешь старика в город, может и нас с собой возьми? А какие у вас планы? Никаких. Мы подыщем какую-нибудь работу для вас. Мы умираем тут со скуки просто уже. С Гришма до вас не хватает. Что с тобой стало? Ведь здоровая молодая женщина просит взять тебя с собой на ограбление, а ты беспокоишься из-за работы по дому. Ладно, мне все равно крыть нечем. Залезайте, бля. Поверить не могу, что мы снова видим цивилизацию. Кажется, как будто с прошлого дня мы мечтали о Валентайне. Само воплощение цивилизации. Вам там понравится. Поехали, ладно. Через эту рощу, потом налево. И вообще, вы просили эту игру поснимать. И чё? Где ваша благодарность? Никто вторую серию не посмотрел. Ни одного лайка. Хотя нет, там один поставил лайк. Просмотров, как всегда, 3. Ни одного другого лайка. Больше никто лайков не поставил. Просили, а сами не благодарите даже. Еще одна причина, из-за которой я отказываюсь записывать эту игру, ваша неблагодарность, блин. Ладно, не буду говорить, а то вы еще больше только сердиться будете. Ой. Кажется, у чувака проблемы. О, да неужто? С вами все в порядке? Вы не могли бы мне помочь? Сходить за второй лошадью? Ну ладно, я попробую. Вон та белая. Стой, стой. Так, держать. Тихо, тихо, тихо. Фух. Игра Red Dead Redemption 2 блещет за облачными системными требованиями. Мои системные требования на компьютере соответствуют минимальным системным требованиям игры.
но не соответствует рекомендуемым, поэтому даже на минимальных настройках ужасно тормозит все. Вот, держи. Да вы настоящий джентльмен. Да нет, я просто на женщин впечатление решил произвести. В любом случае, спасибо, блин. Ну, поехали. Ты превращаешься в добрую фею. И как это понимать? О, вообще ужас как лагает. Смотрите, аж противно на это. А там будут еще миссии в городе, еще какие-то там детализированные места. Там я вообще не представляю, как буду проходить. Лаги при записи будут делать процесс прохождения невозможным. Поэтому, извините, я не смогу это пройти до конца. Смогу пройти до конца не при записи, за кадром. А вот с записью все очень сильно усложняется. Но все-таки что-нибудь я сделать постараюсь. Вообще, друзья, если вы... Чем сильнее вы цените, так сказать, прохождение, тем больше я буду стараться его выпускать. То прошлую серию. От прошлой серии я не ожидал такого. Вы столько просили, и никакой благодарности я от вас не получил. Хм. Ваше дело, не хотите, как хотите. Так, а вот и конюшня. Давайте сюда съехали. Здесь остановимся. Тормози, тормози, все. Ну вот, как я и говорил. Культовый центр цивилизации. Человек во всем ее величии. Ну что будем делать? Ну, поступим так, как подобает. Найдем работу. Тут не лезьте на рожон, не привлекайте к себе внимания, ладно? В общем, как закончите, встретимся в магазине. А, вот ты где, господи, я тебя потерял уже, блин, балбес. Меня в юности называли стрелок на разок. Да, я ничего спрашивать даже не буду, блин. Да ты жалкий человек, Артур Морган, блин. Да, картинка оставляет желать лучшего. В связи с теми настройками, которые у меня стоят. Вот это место. Давай зайдем туда. Но даже с такой картинкой все лагает. Чего ты стоишь? Давай, иди. О! Что тебе нужно? Да для начала чуток виски, чтобы скоротать время. А ты всегда думаешь наперед. Тебе не взять бы сигарету. Мне она помогает фокусироваться. Начнем с кофе. Но можно и сигарету. Я в прошлый раз мне предлагали. Мне в первый раз кофе предлагали. А, удержать надо, блин. Ну, ё-моё. Ваше здоровье, сэр.
Забавно этот мир устроен. Когда представлял себе, что женюсь на богатой наследнице, это прям такое чувство у меня. Кажется, я узнал что-то странное. Я прорвалась в этот роскошный дом и притворилась служанкой. Обычно это срабатывает. Какая-то женщина сказала, что ее сестра отправила в путешествие из Нью-Йорка, что ли. Богатые туристы едут на поезде Сан-Дени. Откуда они отправляются в Бразилию? Да, ну и что? Вот поезд накрушен багажом, ночью он проходит через безлюдные места, чтобы приплыть в порт к приливу. Через какое-то место под названием... Да-да-да, я слышал про него. Это совсем рядом с Нью-Гаваном. Неплохо, неплохо. Где Килли, Карен? Гостиница, они подцепили пьянчуг каких-то, чтобы их ограбить. Чё? Им показалось, что это будет неплохо. Их уже чё-то давно. Я, пожалуй, проверю, все ли в порядке, блин. А, вот и Тилли. Так. Эй, убери от нее руки, дружище. А ты кто? Мой друг. А ну-ка, отвали от нее, я тебе говорю, блин. А что? А хочешь узнать? Совершаешь большую ошибку, Келли Джексон. Пирайся. Так. Пойду-ка я в гостиницу, узнаю, что там. Вам помочь? Да, я ищу девушку, которая пришла с одним пьяным типом сюда. Ей на вид 20 с чем-то, светловолосый тогда. А, да, они наверху в номере 2Б. А вы кем-то довольны здесь? Да, я ее друг. Только без драк, пожалуйста. Да, конечно, конечно. Я просто... Заперто. Вот ты... Нет. Убирайся, я ей заплатил. Чтобы ее бить, скотина ты проклятая. О, как лагает. На это смотреть противно. У него денежки есть. Иди уже быстрее, что ты так медленно ходишь? Надеюсь, все обошлось. Да, все в порядке. Спасибо, Артур. Не люблю, когда меня спасают, но если это нужно, то... Это что за человек, который смотрит на нас? Это вы были в Блэквотере пару недель назад? Да, я. Нет. Да вы же там были, я вас точно видел. И вы там были не один. Я? Да нет, это невозможно. А ну-ка подойдите на минуту. Я вас видел. Идите сюда. Мне это что-то не нравится. Веди девушек домой, и я с нашим другом перетолкую. А ну вернись. Прыгивай быстрее. Помогите, помогите.
Почему ты распускаешь слухи обо мне? Нет, нет, я ошибся, сильно ошибся. Помогите мне. Никогда я в Блэквотере-то не был. Почему ты преследуешь меня? У меня такое лицо, как будто меня с другими, блин, путают. И меня тоже, вытащи меня, пожалуйста. Ладно, давай сюда. Вы в порядке? Да нет, не в порядке. Я ходячий развилина. Но вы живы. Что есть, есть. Вот, я Джимми Брукс. То будет лучше для нас обоих, если мы притворимся, что этого всего не было. Ну да. Вы мне жизнь спасли. Вы хороший человек, а я... Ручку хотите? Новая из стали. О, а вы очень добры. Но я не такой уж хороший человек, Джимми Брукс. Большую часть времени. Понимаете, я был в Блэквотере. И я убивал там людей. Может быть, и вас стоило убить. Было бы лучше бы убить и вас, Джимми Брукс, да? Меня? Я вас не видел. Не сейчас и никогда. Мы друг друга поняли? Ну да, конечно. Джимми Брукс. Я запомню это. У меня память хорошая. У меня ужасная башка дырявая. Давай. Хорошего вам дня. Так, куда переключиться? Где наш лагерь-то находится? Нет, стоп. А, вот. Да как метку-то поставить? Да в смысле, как метку-то ставить? Да она не ставится, метка-то. Точнее, маршрут не указался, или что там вообще надо было делать, блин. Надо вернуться обратно в лагерь и... Если бы маршрут бы указался, а он нифига не указался. Ладно, возвращаемся в лагерь. Так, мы снова здесь.
Да, что-то реально какие-то глюки начались уже. Хозяин. Хочешь на охоту пойти? А ты на кого охотишься? На слона, что ли? А бы, если нет. Такого большого не видел никогда. Медведь. Думаю, он 1000 фунтов весит. Мне нужно с тобой пойти? Да, конечно. Погнали. Куда мы направляемся? К реке Дакота. Возможно, это пара дней уйдет. Мне бы не помешало обстановку сменить. В последнее время все как-то тяжело так идет. У меня есть все, что нужно. Ну тогда поехали. Чего стоит? Кстати, все еще лошадь не заменил. Ну, я скучаю по ней. Просто нет другой лошади. Вот это неплохая. Но хочу избавиться от этой. Этот не слушается. Где достал его? Один дурак меня решил ограбить, пока я по своим делам ехал. Поэтому я... Ну, ты сам знаешь. Отведем его в Валентайн. Он нам, можно сказать, по пути. Там есть неплохой торговец, продадим его, и ты купишь себе новую лошадь. Села его и погнали. Взгляд-то злобный у него, конечно. Ладно, попробуем что-то другое. Ну, поехали в город. Мы отправляемся и вернемся через дня два. Так, метку надо удалить. Да. Едем в конюшню, там лошадь будем продавать, покупать, все такое. Надеюсь, Валентайн у нас недалеко. Мы вообще на охоту собираемся. На медведя, да? Там что-то горит, что ли? О, добрались. Конюшни здесь. Ладно, продай эту зверюгу. Купи себе лошадь другую. А я пока загляну в магазин. Прикуплю себе что-нибудь такое, чтобы медведя выманить. О, приветствую. Чем-нибудь помочь? Да, хочу купить новую лошадь. Сильную, быструю. Тогда вы пришли по адресу. Я вам покажу самые лучшие. А что насчет этой?
Хотите продать? Ну, не знаю даже. Бумаги на нее есть? Нет, нет бумаг. Ну, лошадь без бумаг стоит, конечно, меньше, но вам все равно повезло. Один мой знакомый уже давно подыскивает себе хорошую лошадку, вроде этой. Он за нее даст хорошие бабки. Я могу вам, конечно, предоставить место в конюшне. Вон, взгляните. Нет, этот... Вот этот лучше. Так. Могу. Чий? Воин. Назовем его. Ну и все, наверное. Что ж, по рукам? Отличная новая лошадь. Только продаю самых лучших. Даю вам честное слово. Посмотрим. Вот ваши бумаги. А подарок вам новая щетка. И лакомство для лошади. Весьма признателен. Ну что ж, не подводи этого господина. Я думаю, он будет хорошо за тобой присматривать. Пошли. Могучий воин. Ладно, погнали. Предстоит долгий путь. Показывай давай дорогу быстрее. Что это за озеро, к которому мы едем? Крейс-Ран, оно в горах на востоке от Камбинского водопада. Надеюсь, я туда дорогу помню. Мы что, обратно в горы поедем? На этот раз не за нами охотятся, а наоборот. Как вы ладите с Джоном? Ну, нормально. Может, тебе пора уже перестать на него злиться? Целый год. Он сбежал от нас на чертов год. Я с ним не говорил ни раз. Он все-таки хочет оставить все это дело в прошлом. Одно дело сбежать от ребенка, но у нас новый кодекс чести, он это знает. Он же не Трелони. Вы с Датчем его сами воспитали. Это уже давние времена. Никого другого не приняли бы так легко. После долгого отсутствия, ты сам же понимаешь. Не надо это проверять. Я и не стану. О, красота-то какая. По-моему, нам сейчас прямо надо. Прямо? Так здесь нет дороги. Да. Мунстонский пруд. Мы едем в правильном направлении. Вот и озеро, мы на месте. Давай его объедем, чтобы попасть на ту сторону. А Мики? Куда Мику и Лени, интересно, унесли? Сьюзан отправил их разведать обстановку, они должны были уже вернуться. Понятия не имею, надеюсь, их не поймали. Не понимаю, зачем она послала этого психа Мику. Он иногда все-таки полезен бывает.
А у Лени-то на голова есть на плечах? Предполагать хуже никакого смысла-то нет. О, смотри, кролики. Может, одного поймаем на обед? Ладно, я постараюсь пострелить кого-нибудь. Для охоты лучше такую мелкую дичь. Мощное оружие не нужно. А то мясо подпортишь. Лучше лук возьми или что-то такое. Так. Спустимся немного пониже. Тьфу ты, промахнулся. Ха-ха. Эх, жалко таких красавцев убивать. Но чтобы выжить, приходится делать что-то. Чернохвост и заяц. Зайцев жалко. Зайцы красивые, но вкусные. В своем детстве всегда любил зайцев. А, понятно. Ох, умираю с голода. Давай приготовим этого кролика. На открытом огне они получаются очень вкусными. Ну, я не против. Дичь. Выберите рецепт дичи без приправ. А, пробел. Тут показывают с одной стороны то, с другой стороны не то. Еще съедим, а потом приготовим еще две на другой случай. О, это глаз увеличивает. Я сказал приготовить. Этот сохраним. И приготовим еще порцию, потом сохраним. Тоже. Может, как-нибудь на дорожку пригодится. Ну ладно. Надо бы теперь отдохнуть. Поднимемся с рассветом, чтобы найти это чудище. Доброе утро, Артур. Ты готов? О, да, еще минуточку. Кофе? Да, да, конечно. Итак, как ты действовать намерен? Ну, попробуем его выследить. Нам, вероятно, понадобится приманка. Медведи любят, конечно же, рыбу. А еще они любят сладкое. Многие кладут приманку и подстреливают медведей прямо с деревьев. Да я... предпочитаю охотиться на земле. Замешаешь приманку, пока я собираю вещи, ладно? Рыба, ягоды. Там есть все. Когда захочешь. Да.
Кажется, я закончил. Хорошо, собирай вещи и погнали. А, на F. Тут написано Escape, а тут на F. Попытаем счастье у воды. В последний раз я видел его там. Как тебе та лошадь? Да пока все круто. Да, красота да какая. Наверное, ничем не хуже, чем на Алтае, на который я был в прошлом году. И причем там... Причем я даже видео делал про это. Тут даже хижина какая-то есть. Живет какой-то рыбак, походу, здесь. Если грандиозный план дачи сработает, у нас хватит денег на то, чтобы уехать подальше, то все мы сможем новую жизнь начать. Давай попробуем поймать нашего медведя, окей? Давай посмотрим у воды. Что, он опять рыбу ловил? Ищи следы. Калы, кости. Любой, короче, признак медведя. О, боже, опять этот дурацкий. Выключи. Ага. Что-то нас тянет в эту сторону. Еще дальше. Сюда, что ли? Да блин, что делать-то? Что-то нифига уже не помню. Я ищу зацепки. Нету ничего здесь. Вижу. Вот оно. Кажется, он тут был. Вот его следы. А вот и следы. Не будем бегать быстро, потому что и так шкала будет быстрее расходоваться. Что-то я больше не вижу. Нас теперь обратно тянет, что ли? Нет. Хм.
Блин, я вот когда проходил это, я не помню, что я сделал. А, ту сторону. Тянет снова. Что? Не исходи со следа. Там сюда. Так я не знаю, что искать. Я думаю, он тут не туда пошел. Ой, вообще не понимаю, что делать. Проходил же это, а вот не по, а вот как я не помню. О, я что-то нашел. Это рыба. Видимо, наш приятель недавно бросил ее здесь. Опять зацепку надо искать. Да что искать-то? О, управление вообще. Субтитры глючить начинают. Фу, я уже устал в это играть. О, я, кажется, что-то вижу. Тут на земле что-то есть. Какашки. Не наступи. Он где-то рядом, оно свежее абсолютно. Черт, следы-то тут заканчиваются. Мы его потеряли? Ну пока да. Не отчаивайся. Ну, что скажешь? Думаю, стоит разделиться и поискать. Или можно положить приманку прямо здесь. А это может сработать? Что выберешь? Используем приманку. Давай положим приманку здесь. Ну, давай.
Как думаешь, эта приманка сработает? Думаю, да. Ты у нас эксперт. Так, давай проверим, что ли. Да, надо это правильно сделать. Разложить ее. Ну-ка, пособи, нож есть? О, блин. Тихо. Не слишком быстро. Ты цел, старик? Да, конечно, я цел. Пустяки. Все нормально. Да. Это было интересно. Хоть у нас и не получилось ничего. Знаешь что, Артур Морган? Староват я, дряхлыват, чтобы заняться за этой дичью. Забирай. А это что? Карта. Мне ее отдал один человек в баре. Точнее, я стащил у него это. Но сейчас это уже не важно. Он говорил, по ней можно найти очень крупных зверей. Да, спасибо. Ты спас мне жизнь, Артур. Я двину обратно в лагерь. Слизывать раны. Ты со мной? Или пойдешь искать это чудовище? Я с тобой. Ну, поехали тогда, ладно. Посмотрим, что скажет Дач насчет этого исчезновения. Даже слушать не хочу. Одну из его речей на тему лучше бы шли деньги. Да мы просто возможности подыскиваем. Задание выполнено. Отлично. Ладно, на этом мы закончим это дело. Всем спасибо за просмотр. С вас лайкос, подписался, с меня эпичные видосы. Только, ну, может быть, только по моему мнению. Может, по вашему-то и нет. Наверное, я не знаю, может остановиться на этой игре, потому что... С этой игрой, потому что лаги будут делать прохождение просто невозможным. Ладно, всем пока и спасибо за просмотр.